Мы продолжаем наш прямой эфир. Пашенька, спасибо тебе большое за кладезь интересной и полезной информации из социальных сетей. Но у меня для тебя не очень интересная информация. Тебя могут подсидеть. И сделать это могут потрясающие девчонки, выпускницы. Целых три раза. Как минимум. Выпускницы нашей телевизионной школы. Девочки, здравствуйте. Привет, доброе утро, ребята. Да, проснулись. Замечательно, бодро, быстро. Вам дадим замечательные ваши дипломы. Чего ты все танцы раскрываешь? Нет, не дадим ничего. Ну подожди, мы же должны как-то протестить, расспросить. Как вы учились? Долго ли учились? Вообще попали в зеленую школу? Тщательно, я думаю, что наши дипломы говорят сами за себя вообще. Это не ваши дипломы. Но мы будем стараться. Очень здорово, получили много новой информации, чувство сопричастности к телевидению, вообще к ведущим. Это очень здорово, это как-то заряжает, бодрит. Мы остались в полном восторге. Так, Наташа, скажи, ты свою судьбу собираешься связывать в дальнейшем с телевидением? Конечно, очень хотелось бы. Все, очень хотелось бы. Да, сети, да, да. Девчонки, а у вас как с этим дела обстоят? Ну, во-первых, было здорово поучаствовать во всех этих мероприятиях, побывать за кулисы телеканала, познакомиться с такими великолепными людьми, профессионалами, вообще просто отзывчивыми, чудесными сотрудниками. Вот, много эпитетов можно об этом говорить. Девчонки, наш оператор уходим, пойдем. Уходим за ним, срочно. Куда ты? Мы не закончили еще. Давайте ближе. Так, у меня есть еще чуть-чуть времени. Артур, могу... ну куда ты? Остановись, друг. А что происходит? Все, девчонки, мы сейчас дадим вам сертификат и на этом, видимо, закончим. Все, да. Так, пожалуйста, теперь Анна, теперь ты расскажи. Любимые предметы. Вообще, что изучали? Изучали социальные сети, последнего делали. Да, то есть видеоролик на место Иркутска. Да, да. Бедный Пашка. Социальные сети. А, кстати, мы знаем, как это было, как это выглядело. Сейчас мы можем даже посмотреть социальные сети. Вот Анечка с тобой в главной роли. Давайте, наверное, это и сделаем. Да, операторы, включайте нам этот проект, мы посмотрим.